В эфире нашей телекомпании ежедневный выпуск информационной программы «День города». В студии Оксана Тебенихина. Здравствуйте. Рабочий день подошел к концу, и мои коллеги готовы рассказать зрителям о событиях, произошедших в нашем городе за прошедшие сутки. Смотрите сегодня. Петарды детям не игрушка, а сотрудники полиции проверяют точки продаж пиротехники на нарушение реализации продукции. Дед Мороз напомнил автомобилистам, что за руль в нетрезвом виде садиться категорически запрещено. Регистрация алкоголя побутылочно, как обезопасить себя от приобретения некачественного алкоголя в новогодний период. Дом номер 22 на улице Ленина снесли за несколько дней. Работы по сносу незаконной постройки начались 24 декабря. За прошедшие дни от здания остались лишь обломки. На утро сегодняшнего дня рабочие сносили стену пристройки, примыкающую к зданию поземельного банка 1867 года, являющемуся объектом культурного наследия регионального значения. На всю работу было отведено 15 дней, но подрядчик обещал постараться выполнить все до новогодних праздников, чтобы не откладывать на потом. После останется только расчистить территорию и установить забор. На этом деятельность по сносу здания будет завершена. Фейерверки и петарды являются неотъемлемым атрибутом новогодних праздников. Шумные хлопушки и бенгальские огни поддерживают в людях праздничное настроение. Стоит помнить, что приобретать пиротехнику нужно лишь в определенных местах, где у покупателей как минимум спрашивают паспорта. Сотрудники полиции выявили и пресекли в Рязани факт сбыта пиротехнических изделий подростку, не достигшему возраста 16 лет. На продавца составлен протокол об административном правонарушении. В рамках мероприятия по усилению охраны общественного порядка в преддверии новогодних праздников сотрудники полиции провели рейды по контролю за соблюдением правил реализации пиротехнических изделий. В ходе рейдовых мероприятий полицейские выявили в Рязани факт сбыта пиротехнических изделий подростку, не достигшему возраста 16 лет. Полицейские встретили молодого рязанца на улице Вокзальной, недалеко от магазина, торгующего пиротехникой. При этом у него в руках был мощный фейерверк и коробка петард. Во время беседы выяснилось, что 15-летний рязанец приобрел пиротехнические изделия в ближайшем магазине. Ты вообще, вот, когда продаешь, там паспорт, чем-то спрашиваешь? Паспорт, либо иногда на вид спрашиваешь, да, 16 лет, паспорт. Паспорт никто не носит, нам студенческий предоставляем. Как бы сложно иногда реально удостовериться, а если как бы вообще никому, у кого нет паспорта, не продавать, то есть смысл вообще работать. Ну а сегодня-то как получилось? Как обычно, ему не скажут, что 14 лет. Я ему дал бы 16-17 в колледже, сами такие учились. На продавца был составлен административный протокол, материалы будут переданы в суд. Управление МВД России по Рязанской области предупреждает граждан, необходимо быть внимательными при покупке пиротехнических изделий, так как некачественная продукция может быть опасна. Покупать пиротехнику можно только в специально оборудованных торговых точках, а не сладков. Следует помнить, что правилами продажи пиротехники запрещен прямой доступ покупателя к продаваемой пиротехнической продукции. Покупатель должен получать этот товар только из рук продавца. 1 января в России производителям алкоголя нужно будет регистрировать каждую бутылку. Новые системы ЕГАИС – это единая государственная автоматизированная информационная система – позволит отслеживать продукцию от конвейера до прилавка, а незарегистрированная автоматически будет считаться контрафактом. Сейчас же, во время предновогоднего ажиотажа, проблема фальсификата крайне актуальна. Эксперты предупреждают, каждая третья бутылка водки в России – подделка. Такой алкоголь разливается на тех же заводах, но без акцизов. Еще опаснее суррогат, который продают из-под полы. Доля контрафакта среди дорогого алкоголя под Новый год доходит до 65%. Специалисты говорят, что сегодня подделывают все, как крепкие напитки, так и сладкие настойки. Все больше алкоголя из магазинов отправляется не на столы горожан, а на экспертизу. Очередной полицейский рейд показал, в Рязани и области вовсю идет подпольная торговля. В 6 торговых заведениях Рязани и в Сараевском, Пронском, Михайловском, Скопинском и других районах полицейские выявили торговлю алкогольной продукцией с признаками контрафакта. Всего изъято более 1300 литров нелегального алкоголя. В 10 торговых заведениях Рязани и в торговых точках в Сасовском, Рязанском, Касимовском, Михайловском, Пронском, Сапожковском, Скопинском, Кадамском, Шиловском и Спасском районе полицейские пресекли торговлю спиртным без оформления надлежащим способом разрешения, а также во внеурочное время, после 22 часов. Из незаконного оборота изъято 714 литров спиртного. На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Также в Рязани полицейские пресекли торговлю алкогольной продукцией из помещения пункта приема вторсырья на Южном промузле.
Там в специальной комнате хранилась алкогольная продукция с этикетками известных брендов, которые работники пункта приема металлолома свободно реализовывали по очень низким ценам. Качество спиртного даже при визуальном осмотре вызывало подозрения в подлинности. Также бутылки были маркированы акцизными марками с признаками контрафактности. В новом году владельцев любого транспорта ожидает большая перемена. Постановка на учет в ГИБДД автотехники может сильно измениться. Туда вносят кардинальные поправки. Например, можно будет зарегистрировать одну машину на двух владельцев. Алена Куколева расскажет об этих изменениях более подробно. Такие новшества устанавливают поправки ко второму чтению в проект закона о государственной регистрации транспортных средств, которые активно обсуждаются в Госдуме. Согласно законопроекту, поставить машину на учет сможет и собственник, на которого регистрируется автомобиль, и владелец, то есть тот человек, который ею пользуется по разрешению хозяина. Владеть одним автомобилем смогут сразу несколько человек, и это будет вполне законно. Каждый из совладельцев будет прописан в регистрационном документе. Нельзя будет зарегистрировать автомобиль на несовершеннолетнего гражданина и недееспособное лицо. Таким способом зачастую пользуются недобропорядочные хозяева техники, чтобы избегать уплаты налогов и уходить от ответственности на дорогах. Если машина зарегистрирована на ребенка, то штрафы с камер видеофиксации попросту не будут направлены собственнику машины. Еще одна серьезная инновация – возможность покупки понравившихся регистрационных знаков. У человека будет возможность выбрать себе понравившийся номер, но за него придется поторговаться на аукционе. По сути, такой купленный на аукционе номер становится частной собственностью. Его можно потом продать, подарить, оставить в наследство. Но регулироваться все это будет постановлением правительства. Если этот проект будет принят в ближайшее время, вступит в силу он не сразу. Авторы заложили полгода с момента его подписания. Еще один материал, посвященный автомобильной тематике, на этот раз более праздничный. Не секрет, что в новогодние дни одной из самых острых проблем на дорогах является учащение случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Приняв за праздничным столом на грудь, некоторые автолюбители предпочитают сэкономить на такси, то есть на собственной безопасности. Инспекторы Рязанской ГИБДД совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой провели акцию «Новогодний патруль», чтобы напомнить водителям об этой проблеме и не допустить подобного рода нарушений. Новый год приближается, и где только сейчас не увидишь новогодних персонажей. Дед Мороз и Снегурочка на одном из перекрестков Рязани вместе с инспекторами ДПС останавливали транспортные средства. Основной задачей мероприятия было напомнить всем о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. В преддверии больших новогодних праздников самый актуальный, конечно же, вопрос – это употребление спиртных напитков, чтобы люди после этого ни в коем случае не позволяли себе садиться за руль. Сказочные персонажи вручали водителям листовки «Алкоголь и автомобиль несовместимы», а инспекторы ГИБДД разъясняли требования законодательства. Водители и пешеходы очень доброжелательно отнеслись к инициативе рязанских дорожных полицейских и уверяли, что в новом 2016 году будут законопослушными участниками дорожного движения. Небольшое отступление от темы новогодней к теме не менее праздничной. 25 декабря в историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка под названием «Свадебный альбом». На ней представлено более 60 коллекционных кукол в свадебных нарядах разных времен. Она позволит рязанцам ознакомиться с историей моды и подарит праздничное настроение. Наталья Алешина, дизайнер из «Орла», уже более 20 лет занимается коллекционированием кукол. Среди них фарфоровые интерьерные, предназначенные для украшения дома, и шарнирные виниловые, которые могут принимать практически любую позу. Большинство из них выпущены ограниченными тиражами на знаменитых фирмах Роберта Тоннера, Данбери Минт и Франклин Минт. Для этой же выставки дизайнер отобрала около 60 кукол, причем большинство из них в свадебных нарядах разных эпох. Больше подходит к самой как-то рождественской, новогодней тематике, потому что белый цвет, он как такой свежести. И как-то эта зима нас не радует в плане погоды, а белый цвет еще и цвет снега, я не знаю, как-то праздника светлого хотелось чего-то, поэтому, наверное, еще тема невест. На открытии выставки Наталья отметила, что здесь можно не только полюбоваться необыкновенными нарядами, но и узнать об их истории. Впервые вообще белое платье именно в моду ввела королева Виктория. То, что она появилась у нас в свадебном белом подвенечном платье, середина 19 века, и уже после этого, после викторианской эпохи, уже в моду вошли свадебные наряды именно белого цвета. И на выставке у нас как раз представлена невеста в викторианском стиле. Там очень
очень такое пышное платье, интересное, много оборок и соответствует моде того времени. Здесь можно увидеть свадебные церемонии других знаменитостей: принцессы Дианы, Грейс Келли, принца Монако, Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Также кукольники решили пофантазировать на тему, какой могла бы стать великая княжна Анастасия Романова, и создали вот такой образ. Богато расшитое платье со шлейфом в виде сложенных крыльев и масса деталей, которые, к сожалению, посетителям не видны. Есть поверье, но это больше на Западе, что на каждую свадьбу невеста должна взять что-то новое, что-то старое, что-то голубое, что-то взятое взаймы. У этой невесты есть голубая подвеска на ноге. Вот ее не видно, к сожалению, таких деталей не видно. Но практически у всех кукол есть какие-то детали, которые вот так вот просто они не видны. А так и обувь, которая снимаемая, и колготки даже могут быть, и вот такие вот мелкие детали. Однако некоторые экспонаты расположены таким образом, что можно рассмотреть даже мельчайшие детали – и подвязки, и туфельки. Что ж говорить об украшениях и свадебных букетах. У каждой куклы они индивидуальны и заслуживают особого внимания посетителей. Выставка «Свадебный альбом» будет работать во Дворце Олега в течение месяца. Совсем скоро синоптики перестанут ошибаться в своих прогнозах. Глава Росгидромедцентра Алексей Фролов заявил, что для нужд метеорологической службы будет построен новый мощный суперкомпьютер. Документы для проведения тендера специалисты Росгидрометео уже подготовили. Также пройдены все процедуры согласования и общественные слушания. По словам Фролова, установят суперкомпьютер в Москве. Новая система позволит повысить точность расчета прогноза погоды. По сообщению Интерфакса, начальная цена тендера – 1 миллиард рублей. Кстати, какую погоду синоптики обещают в Рязани на новогоднюю ночь, нам, как всегда, расскажет Наталья Новикова. На финише года небесная канцелярия решила исправить декабрьские промахи погоды. В наш регион на смену экстремальному теплу пришел арктический мороз. Со снегом пока напряженка, но синоптики обещают, что и с этим недоразумением зима в ближайшие дни справится. К концу календарного года показания термометров вернутся к норме, а первые дни нового 2016 года принесут усиление морозов. С 29 по 31 декабря мы будем находиться в области очага высокого давления. С северными и северо-восточными ветрами будет поступать холодный воздух, который продолжит остывать долгими ночами в условиях антициклональной погоды. В этой ситуации на существенный снег рассчитывать не приходится. Ночами в Рязани около 10-12 градусов со знаком минус, по области минус 9-14. Днем в городе 7-9 градусов мороза, по области 7-12. Антициклон продолжит определять погоду и в первые дни нового 2016 года. Местами возможен слабый снег. В новогоднюю ночь в Рязани и области мороз усилится до 13-18 градусов. Днем 1 января всего лишь минус 11-16. В последующие дни ожидается дальнейшее похолодание. Ночью до минус 22, днем до минус 18. Словом, первый месяц года делает ставку на холод. На сегодня это все новости, которыми мы успели с вами поделиться. Далее смотрите программу «Подробности». Программа «День города» подошла к концу. Ну а я, Оксана Тебенихина, в качестве ведущей новостей прощаюсь со зрителями уже до следующего года. Желаю вам провести праздники весело в кругу родных и друзей и войти в 2016 год с новыми силами и с новыми целями. Поздравляю с наступающим Новым годом. Всего вам доброго. Я хотел бы поздравить вас от лица нашего замечательного коллектива Рязанского радиозавода с завершением старого 2015 года и началом нового года. Новый год – это новые надежды, это новые возможности, новые дела. Наш завод достаточно хорошо отработал в 2015 году. Мы преодолели все трудности сложного периода, который вы прекрасно знаете, и с очень хорошими результатами завершаем 2015 год. Я хотел бы пожелать вам, дорогие земляки, от лица нашего коллектива доброго здоровья, благополучия ваших семей. И знаете, что впереди все будет хорошо. С Новым годом, друзья! Дорогие друзья! Телекомпания «Город» поздравляет вас с новым 2016 годом.
Мы все ждем от Нового года только лучшего. И пусть он будет светлым и щедрым, и благополучным. Пусть каждый последующий лист календаря пишется буквами добра, любви, счастья и без ошибок. Желаем вам, вашим семьям и вашим близким праздничного настроения, чтобы в Новом году удача и успех не покидали вас. Исполнились все ваши планы, надежды и мечты. Здоровья и процветания всем. С Новым годом и Рождеством! Комплекс «Вива». Как в городе, только лучше.